устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные займы до зарплаты. В Туве подвели итоги реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды, инициированного президентом России в 2017 году. Особенность проекта в том, что в благоустройстве своих городов и сел в обязательном порядке должны участвовать жители. Именно они определяют, какие территории и каким образом благоустраивать, что и где на них строить. Как сообщили в Минстрое страны, республика участвует в проекте с первого года его реализации. За это время благоустроены 60 объектов. Только в 2018 году отремонтировано 16 дворов, 12 общественных территорий и 2 городских парка в 10 муниципальных образованиях. На эти цели из федерального бюджета были выделены более 68 миллионов рублей, из республиканского чуть больше 3,5 миллионов рублей. Свою долю вложили и сами муниципалитеты. Работы включали ремонт проездов во дворах, установку скамеек и урн, реконструкцию систем освещения. Наиболее масштабные проекты по общественным территориям были реализованы в городах Кызыл, Чадан и в селе Хавуаксы. В столице республики был заложен сквер Ангарский, в Хавуаксы – сквер Березовая роща, в Чадане – Аллея Славы. С 2019 года программа благоустройства городов продолжится, но уже в рамках президентского НАС-проекта. Возможности еще больше, поскольку только по линии федерального бюджета правительство региона защитило почти 100 миллионов рублей на эти цели. В многофункциональном центре по улице Кичелова, 7Б, в окне номер 12 открыт пункт бесплатной юридической помощи. Оказание юридической помощи осуществляется юристами в форме устных и письменных консультаций по всем направлениям законодательства 3 раза в неделю – понедельник, среда, пятница – с 9 до 13 часов. Открытие пункта инициировано региональным отделением ООО «Ассоциации юристов России» по республике при грантовой поддержке правительства региона. Также работает электронная бесплатная юридическая помощь. Каждый житель республики может обратиться в муниципальную библиотеку и при содействии сотрудника библиотеки направить свое обращение посредством электронной почты библиотеки. 27 ноября в Росавтодоре рассмотрели программные документы 3 субъектов Сибирского федерального округа, подготовленные для решения задач по данным направлениям национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С докладами выступили делегации Республики Тыва, Хакасия, а также Красноярского края. В ходе обсуждения были рассмотрены основные целевые показатели субъектов и мероприятия по их достижению. Так, в Туве за 6 лет планируют увеличить долю региональных дорог в нормативном состоянии с 46% до 50%. В числе целей национального проекта – повышение безопасности дорожного движения. На это направлены в том числе общественные меры развития дорожного хозяйства. Среди них – увеличение камер фото-видеофиксации нарушений ПДД, оснащение дорожной сети элементами интеллектуальных транспортных систем. Так, в Красноярском крае только на дорогах столицы субъекта планируется ежегодно устанавливать по 25 стационарных рубежей контроля, что позволит увеличить их число к концу реализации проекта до свыше 180. Замглавы Росавтодора Игорь Астахов обозначил, что представителям субъектов при корректировке региональных проектов необходимо обратить особое внимание на меры по внедрению новых современных технологий, которые будут способствовать увеличению сроков эксплуатации дорог. Напомним, ранее свои программные документы представили проектные группы еще 5 субъектов Сибирского федерального округа – Республика Алтай, Алтайский край, Томская, Омская и Кемеровская области. Большая половина регионов – это участники приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017-2018 годах. Владельцы квартир, домов, участков и автомобилей уже получили уведомления на оплату налога на имущество, транспортные и земельные налоги. Оплатить указанные в уведомлении налоги нужно не позднее 3 декабря текущего года. После этой даты они превратятся в задолженности, и на эту сумму начислятся пени. Также управление налоговой службы может начислить штраф 20%, а если докажет, что вы не уплатили или занизили налог умышленно, то начислят 40%, а недоимки. Недоимка может образоваться, потому что уведомление пришло в личный кабинет, а не на почту. Или налогоплательщик не понял, как заплатить налог. С госуслугами эту проблему легко решить, даже если вы не очень разбираетесь в вопросах налогообложения, не знаете, где взять реквизиты и не можете по каким-то причинам посетить банк. Проверять и оплачивать налоги можно даже не выходя из дома. Для этого с помощью логина и пароля портала госуслуг надо войти в личный кабинет налогоплательщика, открыть вкладку «Начислено», указать налоги, которые хотите оплатить, ввести реквизиты карты и подтвердить платеж.
И о курсах валют. Доллар 66 рублей 94 копейки, евро 75 рублей 52 копейки. Не упусти качественные куртки по оптовым ценам от производителей на ярмарке «Ермак» с 23 ноября по 9 декабря. Аюн Курсэди 96. Кызыл, встречай! Гиббоны, лемуры, мартышки, а также туканы и большие попугаи Ара ждут вас на выставке «Мир обезьян и попугаев» в Национальном музее. Компания «Вятские меха Белка» вновь в Кызыле. Покупай шубу и участвуй в розыгрыше немецкого автомобиля. Рассрочка до 3 лет без переплаты. С 25 ноября по 2 декабря в ЦУМе. Кто ищет мебель, тот ее находит в магазине «Мебельный рай». Эксклюзивный дизайн, европейское качество, большой выбор современных и классических вариантов, а также готовые интерьерные решения. Все от кухни до гостиной. «Мебельный рай», магистральная 26, торговый центр «Арбан». ТНТ «Кызыл» представляет. Считаешь, что у тебя есть сверхспособности? Тогда новый проект ТНТ «Школа экстрасенсов» для тебя. Пройди кастинг, и, возможно, именно ты попадешь в команду Константина Гицати и Свани Даши. Заходи на сайт и заполняй анкету. «Школа экстрасенсов». Скоро на ТНТ. Урок «Цифры» пройдет в Туве и во всех школах страны с 3 по 9 декабря. Во время акции школьники с 1 по 11 класс смогут в игровой форме познакомиться с основами программирования и погрузиться в увлекательный мир цифровых технологий. Акция посвящена Дню информатики в России и представляет собой цикл необычных уроков информатики с практической тренировкой навыков программирования. Уроки в дальнейшем планируется проводить раз в месяц с февраля по май следующего года. Каждый из них будет посвящен определенной теме и направлен на развитие цифровых знаний и навыков. Участие в уроке «Цифры» позволит каждому школьнику узнать о возможности развития цифровых навыков, проявить себя и познакомиться с основами программирования в доступной увлекательной форме. Для учителей акция – возможность повысить интерес школьников к информатике с помощью современных игровых и интерактивных технологий. Хирургическое отделение Республиканского онкологического диспансера обновится в результате основательного ремонта, который на сегодняшний день завершен в первом хирургическом отделении и оперблоке. Уже состоялся переезд в отремонтированные помещения, причем первыми туда заместили пациентов. В 12 палатах новые двери, полы, потолок, в коридорах новая электропроводка, а также появились поручни. Покрасили палаты комфортным для пациентов цветом. Обновлены ванные комнаты, туалеты, процедурные кабинеты. До конца текущего года ремонт завершится во втором хирургическом отделении, сообщает Минздрав Тувы. Напомним, что в своем послании к Федеральному собранию России президент Владимир Путин одной из главных задач в здравоохранении поставил организацию эффективной онкологической помощи. Тува активно защищается по не только проведению в соответствии помещения наркологической службы, ее обеспечению оборудованием, но и строительству нового онкоцентра. В Государственном Кремлевском дворце 26 декабря пройдет общероссийская новогодняя елка с приглашением детей в возрасте от 8 до 13 лет из всех регионов России. Министерством образования и науки Тувы 22 ноября проведен заключительный этап конкурсного отбора среди школьников, отличников и активистов. Конкурс проведен в два этапа. Отборочный проведен муниципальной комиссией в соответствии с установленными квотами. Заключительный проведен Министерством образования и науки Республики. Из муниципальных органов управлений образования региона представлены 22 портфолио с 16 районов и 4 республиканских образовательных организаций для участия во втором этапе конкурса. По представленным протокольным решениям для участия в общероссийской новогодней елке 26 декабря 2018 года в Кремлевском дворце сформирована группа в составе 16 детей и 4 сопровождающих, включая врача, сотрудника Министерства внутренних дел региона и по одному специалисту из Миноборнауки и Агентства по делам семьи и детей. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России, от Камчатки до Калининграда. Компания «Отличные наличные» – получайте займы на займ-карту в любой момент, просто по звонку. Переплата по займам – такая маленькая, совсем малышка. «Отличные наличные» – ну очень маленькая переплата по займам.
По республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 2-7 метра в секунду, местами порывы до 14 метров. В Кызыле переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный 2-7 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до минус 17, днем от минус 7 до минус 9. На дорогах гололедица. Переплата по займам. Такая маленькая. Совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.